прошли те времена, когда Chevrolet Trailblazer был рамным внедорожником. Новая модель — это компактный кроссовер, причем изначально адресованный азиатскому рынку. В Южной Корее GM выпускает машину на собственном заводе, а в Китае — силами совместного предприятия SAIC GM. И вот теперь эти автомобили будут экспортировать в Америку. Trailblazer построен на новой модульной платформе VSS с основным передним приводом. По сути, это слегка увеличенный Chevrolet Tracker, который около года продается в Китае и ровно месяц в Бразилии. И гамма двигателей у них фактически общая. Впрочем, однолитрового Trailblazer в США не будет. Однако оба предложенных двигателя трехцилиндровые и с надувом. И если для Китая малокубатурный форсированный турбомотор — это норма жизни, то американским потребителям к такому Chevrolet еще только предстоит привыкнуть. Базовая трансмиссия — это передний привод и вариатор. И только со старшим двигателем 1.3 возможен полный привод и 9-ступенчатый автомат. Начальная цена — без малого $20 000, что по текущему курсу более 1,5 миллиона рублей. В стандартную комплектацию Trailblazer включены 10 подушек безопасности, камера заднего вида, системы автоторможения и удержания в полосе. Одновременно с Trailblazer в США выходит его клон — Buick Encore GX. Технически это тот же самый автомобиль, хотя дизайн решен в совершенно ином стиле. Buick оказался чуть шире Chevrolet, но по остальным параметрам заметно уступает собрату. Удивительно, но отличается даже колесная база. При этом набор двигателей и коробок передач точно такой же, как у Trailblazer. Зато Buick оснащен богаче Chevrolet. Полностью светодиодная оптика и хромированный декор положен для инкоров. Базовые колеса уже не 17, а 18-дюймовые. Бесключевой доступ, система активного шумоподавления и элементы кожаной отделки включены в базовую комплектацию. Экран медиасистемы не 7, а 8-дюймовый. Chevrolet по умолчанию оснащен только кондиционером, а Buick идет сразу с климат-контролем. Поэтому и стоит Encore GX заметно дороже Trailblazer. Продажи обеих моделей в США уже начались. Buick в России, конечно, не появится, а у Chevrolet Trailblazer призрачные шансы есть, ведь марка на нашем рынке пока присутствует.